За прошедшие выходные на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В вопросе противодействия террористическим угрозам и повышения бдительности сигнала не поступало. Пожарные расчеты за выходные дни выезжали 23 раза для тушения возгораний мусора, возгорания жилого дома в городе Красногорске и автомобиля «Газель». Так, в городе Красногорск, по улице Пионерская, в результате пожара во втором подъезде жилого дома было госпитализировано 5 человек с отравлениями продуктами горения. На 25-м километре Новорижского шоссе полностью выгорел автомобиль «Газель». За выходные дни совершено одно ДТП с пострадавшим. В рабочем поселке Нахабино по улице Советская совершен наезд легкого автомобиля на пешехода на пешеходном переходе. Пострадавший с травмой различной степени тяжести доставлен в больницу. Объекты ЖКХ на территории городского округа Красногорск в основном функционировали в штатном режиме. Однако на ряде домов в поселке Истра было отключено электроснабжение из-за повреждения кабеля. Запланированные работы с 27 ноября по 30 ноября с 9 часов запланировано производство работ на теплотрассе обслуживающих дома по улице Карбышева, дома 7, 9, 11, 13, 15, 15/2, 17, 17/2, по улице Ленина, дом 47, корпус 1, гимназия номер 2. В связи с этим будет прекращена подача горячего водоснабжения до окончания работ. По метеорологическому прогнозу опасных и неблагоприятных явлений не прогнозируется. Местами изморозь. Обращение 712 за выходные дни 1834. Из них пожарная служба 25, полиция 214, газовая служба 6, скорая медицинская помощь 316, прочее 1272. Из них ложные звонки в службу 112 составляют 273. Обращаю внимание граждан на звонки, касающиеся записи на прием к врачам в городские поликлиники. Служба 112 записью граждан на прием к врачам не занимается. Для записи на прием к врачам и городские поликлиники используется номер 8 800 550 50 30. Служба 112 предназначена для приема от граждан звонков, связанных с чрезвычайными или экстренными ситуациями.